Фирма «Хаммер» – одно из крупнейших агропредприятий Юга России. 15 тысяч гектаров пашни, 200 гектаров садов суперинтенсивного типа, плюс семенной завод «Колос», который производит семена кукурузы, пшеницы, ячменя и других культур как для собственного посева, так и на реализацию. В початке уже зерно попадает на сушильный цех, в котором мы сушим, доводим зерно, семена зерна при 38 градусах по Цельсию сушим. Около суток этот процесс занимает. Продовольственная безопасность всегда была одним из приоритетных вопросов для России. А теперь в условиях санкционной политики Запада в отношении нашей страны это особенно важно. Ключевым фактором развития продовольственной безопасности является развитие отечественного сельского хозяйства. Как отметил Сергей Миронов, предприятие, что он посетил сегодня, важнейшее звено в формировании продовольственного суверенитета страны. То, что я здесь увидел, просто молодцы. Дело в том, что у нас проблемы с семенами очень серьезные. И когда я услышал, что здесь уже несколько лет и кукуруза, и пшеница, и ячмень, и соя, это то, что нам необходимо. Карачаево-Черкесия может гордиться таким хозяйством, но я даже скажу, что не только Карачаево-Черкесия, вся Россия. Потому что то, что делают здесь, по уму и очень большие молодцы. Поддержка аграрного сектора, повышение производительности и качества сельхозпродукции – приоритет для государства. К слову, и депутатский корпус, что занимается законотворческой деятельностью, в том числе в области агропромышленного комплекса, является своего рода стартовым звеном в цепочке работ по развитию сельского хозяйства. Поэтому так важно в прямом и переносном смысле выходить в поле, чтобы лично увидеть, как строится работа непосредственно у самих аграриев. Мы поняли, никто нам ничего не продаст. Мы должны ориентироваться на себя. И депутатский корпус всегда готов рассмотреть любые дельные предложения и помочь нашим селянам. Сама жизнь нас заставила этим заниматься. И мы это делаем очень успешно. И вот пример этого хозяйства лишнее тому свидетельство. «Хаммер» сегодня – это пример предприятия, которое практически полностью перешло на импортозамещение и уже не зависит от прихоти иностранных партнеров. В нынешней ситуации мы полностью перешли на импортозамещение и этим можем обеспечивать в год потребность фермеров в посеве семенами кукурузы около 450 тысяч гектар. Также занимаемся параллельно производством собственного гибрида, что в течение ближайшего времени будет реализовано. Важность подобных предприятий АПК невозможно переоценить. В сухом остатке, говоря простым языком, именно они помогают накормить страну, получить свой качественный, конкурентоспособный продукт. Беслан Туаршева и Варвара Нукова, Архиз 24.